куда-то вечно спешу. Города, концерты и сёла бесконечно куда-то бегу. Повторяя свои монологи, может, время пришло мне проснуться и на небо взглянуть по-другому. Может, время пришло мне разуться и всмотреться на мир по-иному. Может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету рекламы. Может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету рекламы. Мой случайный вчерашний прохожий со своим кудрявым челом чем-то был на меня он похожий. Улыбнулся и дальше пошел. Я куда-то вечно спешу. Города, концерты и съемки постоянно куда-то бегу. Повторяя свои монологи, может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету рекламы. Может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету рекламы. Ну что, дорогие друзья, вот и подошел сегодняшний наш вечер к финалу. Вы знаете, когда артист выступает на сцене, он такой счастливый. Потому что я вижу ваши глаза. Мне было очень дорого сегодня. Хотелось поделиться с вами тем материалом, который живет у меня внутри. Спасибо вам огромное за ваш душевный отклик. Для меня честь выступать в концертном зале «Сибирь». У меня первый раз такое. Спасибо большое всем организаторам, Министерству культуры Алтайского края, концертному залу «Сибирь». Для вас сегодня играли Павел Фомин, Андрей Прилепский и, конечно, ансамбль солистов Алтайского государственного оркестра «Сибирь». Может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету рекламы. Может, скорость — это мой враг, по инерции двигаясь прямо. Может, стоит залезть на чердак, там, где воздух и нету